Примеры безалаберного отношения к коммунальным службам в своей работе прямо сейчас. В эфире «Дежурный по городу». Здравствуйте. Заводское шоссе 58, полотенцесушители по нескольким стоякам толком не работают. Когда мы сюда переехали, и стояк, вот полотенцесушитель, вообще он не работает. И это, как следует. Ну, хочу сказать, человек больной, я даже не могу искупать, потому что температура не соответствует все. Несколько раз ходил в дом правления, я туда ходил, писал заявление, писал. И на протяжении многих лет, я не один год хожу, ответа, у вас обратка, у вас горячей воды не будет. В последнее время приходил дом прав и с слесарем. Вот, я напишите акт, то, что у меня стояки не греют. Ну, мне так ничего не дали. В дом правления ходить наше, это бесполезно. И я не знаю, что делать, потому что человек больной, я не могу даже скупать человека, когда вы видите сами, что ну, температура не соответствует действительности. Напротив меня тоже, у них двое маленьких ребятишек, вчера с слесарем он говорил при мне, тот говорит, что вот квартира 21, 22, 23, вот напротив меня, у них тоже обратка, двое маленьких ребятишек, и у вас не будет горячей воды. Но мы платим за все, мы платим исправно, мы платим, как говорится, но ответа или, как говорится, достучаться мы не можем. Квартира 28, не греет, стоят. И соседи, квартира номер 23, у них двое маленьких ребятишек, то же самое. Говорят, что это обратка, и горячей воды здесь как бы не должно. Вы понимаете, остальные все греют очень хорошо. Улица Свободы, 76. По состоянию на 12 часов 1 февраля большинство стояков и батарей в пятиэтажке холодные. Проблему с отоплением коммунальщики не могут решить несколько суток. В субботу теплотрассу прорвало где-то там на Горная Вольская, по-моему, если не ошибаюсь. Они ее устранили до воскресенья. Но наша РЭУ, как говорится, дома не слили, естественно, они замерзли. И получается так, что с субботы в обед у нас отключили отопление, и у нас до сих пор его нет. Слесаря каждый день приходят и говорят, мы не можем. Вчера они мне сказали, нам сварку не дают. Это как это так? Я не могу ни по каким телефонам дозвониться вообще. Один телефон я нашла, я дозвонилась. Мне сказали, ждите, ожидайте. Это мне говорят уже с воскресенья, ожидайте. У нас почти полквартала, они включат на полчаса, и то не наши стояки, а вот эти стояки. Естественно, там, наверное, что-то розлив, наверное, лопнул. Естественно, стояки замерзли. Вода чуть-чуть пошуршит, она, естественно, все замерзла. Ну, а нам-то как быть, вы мне объясните. В сапогах, вот смотрите, кладу на диван и греюсь, потому что невозможно, я одетая. Сплю. Вчера, вот знаете, еле уснула прямо, как можно четвертый день уже, как будто на улице спишь. Меня уже бесит это, если честно. Вот этот холод, у меня собака, она лежит у меня на кровати, у нее волосы вот такой вот. Но это же ненормально, мне даже обогреватель не помогает, просто они мерзлые батареи. На данный момент, вот сегодня у нас среда, отключили у нас субботы. Вчера, вот, допустим, у нас не было нигде отопления. Сейчас же мне соседи говорят, что там где-то по одному стояку пошло, по второму не пошло, по третьему пошло. Но, по крайней мере, на данный момент у нас вот здесь, вот в нашей коммуналке, нет отопления вообще. И я все понимаю, что там 80 домов они заморозили, но, в конце концов, есть фонд, есть жилой фонд, есть помощь какая-то. Вы просите у промышленного района. В конце концов, ну, фонд жилого помощи там отдадут и технику, все. Но если такая авария получилась, почему мы должны сидеть и мерзнуть в субботу? Я просто не понимаю. На данный момент я им тоже, они вчера вышли и позавчера, то есть вышли, говорят, нам сварка нужна. Вот сейчас мне соседи говорят, что они там на третьем этаже, а что они там делают без сварки? Я не вижу ни баллонов, ни шлангов, я ничего этого не вижу. Это опять сегодня они побегают, уйдут, у них рабочий день до 5, они уйдут, и все. И мы опять будем без отопления. Я прошу вас, очень примите какие-нибудь меры, я не знаю, там, куда писать. Мы уже составили петицию в прокуратуру, кстати. Половина вот тех подъездов детей просто увезли, потому что, ну, невозможно здесь находиться. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.